В настоящий момент идет оглашение приговора в отношении Савченко. Мы надеемся, что будет вынесено самое правильное решение, до 25 лет лишения свободы. Мы понимаем, что, во-первых, эта гражданка не являлась действующим военнослужащим вооруженных сил Украины, а просто гражданским лицом. Фактически это терроризм. Человек, который принимает участие в военных действиях как гражданское лицо, пытает людей, содействует всячески, а в частности она наводила огонь артиллерии, минометов в отношении защитников Донбасса и защитников права на информацию, то есть она принимала участие в нападении на журналистов российских. И здесь, конечно, для нас будет абсолютно справедливым вынесено решение, если будет до 25 лет лишения свободы. Прокуратура, насколько я знаю, просит 23 года, но суд может принять и более жесткое решение и до 25 лет лишения свободы.